Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Boston Technic. Меня зовут Иван. Я сегодня представляю вашему вниманию конвейерную зерносушилку АТМ Универсал производства Агротехмаш. Она в отличном состоянии, стоит сейчас на хранении, законсервирована. Продается по причине того, что приобретено еще более мощное оборудование. Данная зерносушилка, работоспособность у нее 34 тонны в час. Сушит любые виды семян, семечку, зерно, мелкосемянные культуры и так далее. Есть в наличии. Приобрести ее можно абсолютно в любое время, по любой форме оплаты. Можно приобрести за наличный расчет, без НАЛ, без НАЛ с НДС. Также ее можно приобрести в кредит. Все необходимое оборудование от нее хранится в складе. Также щит управления тоже хранится в складе. Все это я буду показывать на фото. Повторюсь, сейчас она законсервирована. Она 2020 года выпуска, тогда же приобретена. Работала 3 сезона, 20, 21, 22 год. С 2022 года стоит на консервации. Также мы можем с вами меняться. Мы являемся официальным дилером МТЗ в регионе. Поэтому принимаем к обмену трактора МТЗ всех моделей. Принимаем к обмену трактора Т-150, К-700, К-744, трактора иностранного производства. Также принимаются к обмену абсолютно все виды сельскохозяйственной техники, прицепное, навесное оборудование и так далее. Будет рассматриваться к обмену. Пишите нам, звоните, обязательно приезжайте к нам в гости. Мы находимся город Волгоград, историческая 183. Агросалон Boston Technic. Будем рады вас видеть.